знаете, что часто очень получается броски, когда вы обманываете противника. Когда вы делаете финты, чаще всего получаются броски. Вот один из вариантов. Классический захват. В данном случае мой классический захват. Из него я могу сделать харай гоши. Тяну. Тяну его, просто перетягиваю через ногу, и он падает. Но дело в том, что противник уже готов. Он знает мой харай гоши. И тяжело очень ему его сделать. Он назад оттягивается или еще что-то. В таком случае я уже заряжен на финт. Я ему показываю харай гоши. Вот мы с ним ходим туда-сюда. Я его раскачиваю, он меня раскачивает. Захожу, а он, видите, он защищается. После этого я просто убираю ногу и делаю ему дальше барах. Все. Больше ничего делать не надо. Заходите, показываете в одну сторону, бьете по другой. Вот обыкновенный финт. Харай гоши не получился, или там тая тоши, может быть, в эту сторону зашел, потом вышел и ударил по ноге, которая защищается. Возвращаясь к этому же самому, можно сделать то же самое, принцип тот же самый, только я показываю ему упор стопы в живот, он защищается, соответственно, какую ногу он выставит вперед, ту ногу я ему подбиваю, то же самое, только другой вариант, принцип один тоже. Так что, кому интересно, пробуйте. Всем пока!